Вы знаете, я сам не курящий человек, но, как ни странно, я отношусь к курению нормально. Меня это не раздражает в той мере, в какой это даже присутствуя среди курящих людей, я не обращаю на это внимания. Хотя, с другой стороны, я понимаю, иногда, если так усугубиться, вот посмотреть особенно старые фильмы, ведь люди изо рта не вынимали сигареты или сигары. Вот. Конечно, много изменилось и в лучшую сторону, но до такой степени, до абсурда доводить, наверное, не надо. Вот. Надо разрешать людям курить, ну, в определенных, может быть, местах. Но то, что сейчас происходит, вот, ущемление интересов людей, которые курят, но это все-таки болезнь своего рода, понимаете? Это зависимость. И вот так одним махом отрубить это невозможно. Это надо вести, наверное, какую-то информационную войну с этими людьми. Даже не войну, а побольше информации для них показывать. И я думаю, со временем эта проблема, возможно, будет решена.